Сегодня приготовила вот такое испанское блюдо. Называется паэя кон мариско. Готовят его из риса, морепродуктов, мидии, кальмары, креветки. Вот на такой сковороде готовят на огне. Очень вкусное. Готовят его еще с мясом, называется паэля кон карне. Вот. Есть микс это с морепродуктами и мясом. Вот, на любой вкус. Готовится из риса, креветок, кальмары, мидии. Мясо кролика можно, курицы, бобы еще ложат, в вердуру это овощи. Несколько видов, в общем, есть.